Всем доброе утро. Сегодня у нас 2 апреля. Я делаю зарядку. Артём спит на диване. В зале. Ой, божечки. Захотелось сегодня спать на диване. Ладно. Ну да, вот мои витаминки. Значит, пришел Артем Дубчика с утра. Доброе утро всем. Артем уже сходит с ума. Я пью свои витамины. Вам уже рассказывала, что обязательно пью комплекс витаминов Б. Кстати, только что они у меня закончились. Выбросила я баночку. Вот, обязательно витамины Б. Вот. А также мультивитамины, омеги, естественно, Q10. Травы для вывода лишней жидкости. Тоже это я вам рассказывала. Здесь у меня один жиросжигатель. Вот. Вот такие вот вещи. Опа! Здесь у меня витаминка С и магний. Ну, снова всем доброе утро. У нас волшебный пахучий кофе. Давай, колемся. А я там при чем? Колись там. Но. Меня переса. Лентяйка. Что ты попросил, тормозито? Эх ты, графито, стал невито. Ах ты ж лентяюшка. Ты лентяюшка, Артём. Считай. Один. Два. Так, все понятно. Давай, давай, давай. Да. Вот так вот. Я пошла делать, то бишь, наливать вкусный кофе. Сывите в чашечку. Хороший утренний, бодрящий. Кохве. Так. У меня завтрак вот такой. С кофе, конечно. Кое-кто наяривает блины. Обсёные. Да. Вот, вот такие вот они. Вот. Витамины тут у него тоже есть. Я возьму кофе и схожу к Свете. Потому что Света с утра причитает. Я, между прочим, уже помыла голову, позанималась. Помыла унитаз. Ой, всем сообщила. Да, туалет помыла. В 7 утра. Нет, давай о вкусненьком, о хорошем. А вот... Привет, привет. Да, хорошо, вкусненьком, о хорошем. Света кричит, что у нее божественный завтрак. Бутерброд с сыром и с маслом. Ну, сыр же не зря катается в масле. Да. Правда, что забыли? Кстати, да. А то колбаса, а сыр. Угу. Нет, вот правильное. Вот все правильно, да. А вкусное, маслечко холодное. Ну, пока прохладно у нас. Да. Так что вот так вот. Да, привет от старых щеблет. Привет от старых щеблет, да. Всем бобра и что там еще. Ага, как наш любимый блогер говорит. Всем бобра, да побольше. Да побольше, вот-вот. Да. Всем доброе утречко еще раз. Фух, наконец-то у Артема есть школа. Ну, это школа, которая не совсем школа, а та, которая пасхальная. Вот, на которую я его записала, на каникулы. По идее, эта неделя должна быть весенних каникул. Но вот так вот уж сложились обстоятельства. Так что вот такие вот дела. Кстати, вот эта вот оранжевая штуковина, знаете, что это такое? Вон девочка туда забрасывает вещи. Это... специальный бак для вещей,
которые можно туда положить, и их потом пересматривают, обрабатывают, и, я так понимаю, раздают нуждающимся вещи, я имею в виду одежда. Одежда. Вот, то есть тоже, чтобы не выбрасывать на мусорку именно одежду. Вот видите, как обычно наши мусорные баки. Вот, поэтому, в принципе, всю ненужную одежду можно или перерабатывают, или кому-то раздают. Вот честно, я тут даже вам не скажу. Что-то я даже не знаю. Вот, поэтому можно вот всю одежку, которую вы уже не носите, вот туда положить. Надо почитать. Артём у меня знает. Он мне в прошлый раз рассказывал. Я думаю, им в школе это все объясняли. И он мне рассказывал, что да, туда можно относить одежду и забрасывать в этот бак. Но перерабатывают ее, либо раздают, не знаю. Вот это что-то я не помню. Так что вот такие вот дела. Я бегу на тренировку. Быстренько потом работать. Еще сегодня надо как-то в банк дойти, потому что у меня заблокирована карточка одна. Вот. И куча дел, куча дел. Любимая наша фрутерия с мамой. Какие красивые мандарины. Кстати, давайте посмотрим. Мандарина Дульсе. Сладкая мандарина, евро 49. Апельсины тоже. Видно, что с поля. Посмотрите, какая красота. И клубнички. Клубнички что-то не вижу. Цену они что-то еще не все цены выставляли. И томатики черри. Ладно, я пошла. Вот. А у многих сегодня выходной еще. Ну, а многие уже работают. Нормальные люди работают. Вот, чем-то занимаются. Не то, что бездельники. Вечно у них тут выходные, проходные. А вот еще они очень любят мыть асфальт. Но это не асфальт, это плитка. Но они его очень любят мыть. Это чистенько. Вот так идешь прямо, и стоит тетка, и прямо моет эту плитку шваброй. Так прикольно. Так что вот такие вот дела. Ладно, я буду заканчивать. Просто хотела вам пожелать хорошего начала недели. Ну, правда, начало недели было вчера, но все равно. Пусть у нас будет начало недели. Хорошего настроения, у нас погода прекрасная. Ну, сейчас прохладно, но на день, как обычно, передают 18 градусов. Я в теплом свитере. Не пойми, зачем я его одела. Ну, да ладно. И вот такие вот дела. В прошлый раз вам показывала, что нас тут поставили в зале. Мне очень хочется это попробовать. Как оно работает? Ага, ноги, спина. Так, я сейчас усяду, сейчас попробую, что это за штуковина. Ёпс тудей, как прикольно. Сейчас попробую. Вот, тренировку я уже с утра сделала. Сегодня у меня была тренировка груди. Сейчас я хочу попробовать вот эту штуку. А ну-ка, поехали. Ну что тут нажимать? Ты мне скажи. Релакс, релакс. Релакс. Ага, все, секундочку. Блин, не работает. Здесь нужно представлять QR-код. Вот этой штуки. Я представляю. Представляла уже 15 тысяч раз, все равно не включается, не работает. То есть тут нельзя просто прийти, сесть, и оно типа работает. Тут надо код ставить, который у меня в приложении. Приложение, которое для входа в спортзал. И не хочет, не работает. Блин, и девочки, которая тут ходит, нету. Я так хотела попробовать это чудо-кресло. Блин. Где она? Сейчас тут, зараза. Ой, когда они не нужны, их тут миллион, этих работников. И когда они нужны, их нету. Не работают, короче. Ладно, если у меня получится, я вам обязательно покажу. Так, я сегодня приехала в магаз Yamaha, потому что у меня... кстати, вот такая, как у меня стоит. Красавица. Вот она. Вот она. Только это тут другой цвет. А, что я приперлась? Потому что у меня получается... вот такой поворотник отдолбали, сволочи, скотины. И это даже было не я. Это даже не я упала. Вот, так что пойду, буду сейчас... А курточек сколько? А сколько всего тут интересного? Бухтинки, класс! Так что я пошла в тайер. Вот.
Курточки. Иду, короче, потом расскажу вам. Вот так вот я в Тайере. Что испанцы, как испанцы, как обычно. Полгода назад заказала поворотник, чтобы вы понимали, его даже не заказали. Вот охламоны, божечки. Вот как так можно работать? Мне, конечно, это было не срочно, скажу честно, потому что, ну, то как-то с деньгами что-то, то как-то я думаю, блин, он будет стоить этот поворотник, как в Турции война на новую Ямаху. А сейчас, думаю, проезжаю мимо, заеду. А они даже его не заказали, мой поворотник. А, цыщи мне, господи. И вот так вот все, вот так вот они все делают. Вот реально они так делают все. Черт их подери. Никуда не торопятся, мать их так. Короче, ладно, я поехала, товарищ. Вот, и все, я поехала. Вот поснимаю, кстати, своей маме своих соседей, которые у меня тут есть, румынские цыгане, за которых я говорила. Сидят, курят, короче, кофеек пьют, все нормально, житуха удалась. Что еще надо вообще для счастья, кроме как вот так сидят они себе целый день. Ни черта не делают. Как они живут? Не знаю, но как-то живут. Не, вру. Они еще он, я уже рассказывала, по-моему. Вот, это мои соседи, да. Они, значит, он ездит на велосипеде, и в центре города, там, где рестораны, он играет на аккордеоне и поет, что ли. По-моему, поет. Или просто... Нет, нет, вру, он просто играет, да. Я просто очень давно его не видела. А, вот именно во время его работы, можно сказать. Вот, и таким образом зарабатывает, да. Она, я так поняла, ничего совсем не делает. И вот так вот живут нормальненько. Вот я думаю, что они живут как оккупанты. Не знаю, слышали вы или нет о том, что в Испании есть такое, как оккупанты. То есть это люди, которые заходят в пустую квартиру чужую, заселяются, там меняют замок и живут. Вот. То есть здесь даже самое страшное не кража в квартире вещей, а то, что когда вас нет, вы уезжаете и надолго оставляете свое жилье, можете приехать обратно и обнаружить, что в вашей квартире живут люди, которых вы выгнать не имеете права. Не знаю, слышали вы о таком или нет, но вот только в Испании существуют вот такие вот законы, которые непонятно зачем защищают вот именно таких оккупантов. Это вообще как бы отдельная тема для разговора. Я все вот ее хотела обсудить и... Маме, когда первый раз рассказывала, она вообще была в шоке. Чуть ли с кровати не падала. Говорит, в смысле? Не можешь выселить из собственной квартиры непонятных людей? Говорю, да, вот так вот. И причем, что до сих пор я не понимаю, кого в этом случае, ну как бы, и зачем, и для чего в этом случае закон защищает таких людей. Ну то есть, даже если квартира пустая, у этой квартиры однозначно есть хозяин, там дом, квартира, неважно. Ну, то есть, и заселяются туда люди, которые, ну, как бы, просто чужие люди заселяются, и ты приезжаешь туда, а там занято. То есть, квартиру оккупировали, поменяли замок, и когда вы пытаетесь этих людей выгнать, они вызывают полицию, и еще и вы оказываетесь виноваты в том, что пытаетесь выгнать чужих людей из собственного жилья. То есть логики никакой вообще, абсолютно. То есть на эту тему можно рассуждать бесконечно, я не буду снова все это обсасывать, просто вот вам прокомментирую, может кто-то не слышал, не знал, но вот в принципе вот таким может грозить покупка квартиры в Испании, да, и если вы покупаете и, например, обратно уезжаете в свою страну, и квартира просто стоит закрыта, вот когда вы приедете, можете обнаружить вот такой сюрприз. И причем, что, еще раз вам повторюсь, ни законом, ни перезаконом никак вы этих людей оттуда не вытурите. Причем, что если у них есть маленькие дети, вообще капец. Ой, вот у меня начал дуть ветер, не знаю, будет ли меня слышно.
Так что вот такие вот дела. Сейчас вроде как уже начинают пересматривать эти законы, начинают уже их переделывать немножко, там что-то вносят, какие-то поправки для того, чтобы это все убирать, потому что было очень много случаев, даже таких я видела как-то по новостям очень давно еще, но было, что прямо люди уехали буквально в отпуск. То есть это было буквально пару недель, когда людей не было дома, квартира в ипотеке, они возвращаются, а там в их квартире живут 8 негров, извините. То есть можете себе представить, я помню, это такой был жуткий, можно так сказать, не то чтобы скандал, это была такая очень громкая история на всю Испанию, потому что ее постоянно показывали по новостям, потому что семья была с детьми, они вернулись домой обратно и обнаруживают вот такой сюрприз у себя дома. Это было просто что-то, потому что можете себе представить, даже если их и вытурили потом, этих людей оттуда, что осталось этой квартиры, потому что там были вещи этой семьи, там было все. И в каком виде они все это потом, можно так сказать, обнаружили? Не знаю, выселили там этих товарищей, оккупантов, не выселили. Честно, я не помню, чем точно это закончилось. Но вот такое есть, такое существует. Поэтому подумайте хорошо, прежде чем покупать недвижимость в Испании. Потому что если вы там не будете жить, или если вы не будете сдавать эту квартиру, этот дом, неважно что, неважно абсолютно, то можете вот наткнуться на вот такую неприятность. Конечно, если это урбанизации, дома, которые под наблюдением, видеонаблюдением, где, например, есть консьерж, и дома такие, более дорогие, да, можно сказать, эти квартиры стоят по полмиллиона, миллиону, да, евро, то, конечно, там это все контролируется, и там просто так, абы кто, можно сказать, не зайдет. Ну, а если домики вот обычные, где каждый вот как здесь, да, может зайти в подъезд, то запросто можете вот на такой сюрприз наткнуться. Я побежала в школу за Артемом и вам желаю всего самого-самого. Я забежала в Меркадону. Вообще мне не надо было сюда, просто Артем захотел в туалет. И вон он уже идет. Заодно вам покажу клубника, почем сейчас. Клубника, значит, 2,39 килограмм. Малина вообще беснословных денег стоит. А вот это вообще беснословных денег стоит. 13,28 килограмм стоят эти ягоды. Опять я забыла, как они называются. Артемыч! О, божечки, что такое? На, подержи, пожалуйста, что-нибудь. Давай, я взяла себе авокадо, потому что не заканчивается. Сейчас вам скажу малина почем. Малина... Конечно, никакая, но, значит, 14,70 килограмм стоит. Неплохо. Так, Артемий, что мы? Можем взять клубничку. Возьмем чуть-чуть, и все. Арандану. Тебе нравится? Да. Начинается. Мне очень нравится. Тебе очень нравится? Да. Артём. Действительно, Артём. Да кило. Нет, мы если возьмем клубнику хотя бы, потому что за эту безусловную цену это вообще капец. No, pero es que lleva menos dinero de kilo. De kilo, señores. De kilo, ты посмотри, почем килограмм, Артемий. Вот. А клубника, знаешь, почем килограмм? 2,39. Разницу чувствуешь? Pues porque esto pesa más de kilo. Нет, Артём. Ты ошибся. Но вообще мне по моему питанию, мне вообще надо вот эти штуки взять. Честно вам скажу, да. Ну, вообще мне нужна либо клубника, либо вот эта вот штуковина. Нет, Артём, ты цену видел? 6,25 брать вот эту штуку? Ты чё, нет. Бери клубнику, пожалуйста. Давай. Я возьму сейчас вот эту красивую, да? И все. И все будут есть. О, смотри, на 2,95. Даже меньше 3 евро. Так, ставь, поехали. Нам вообще ничего не надо было покупать. Мы зашли на свою голову, как всегда. Вот. Так что вот такие вот дела. Ой, яблоки какие красивые. Какие огромные, посмотрите. Класс. Почем они там? 2,39 это, наверное, в кулечке те. И вот эти 2,75. Ну да, неплохо. Почти 3 евро. Ну, они, конечно, видно, что шикарные. Так,
Ну все, мы пошли на кассу, потому что нам надо выходить. И, в принципе, все. Так, пойдем, Эладу. Он уже с мороженым своим. Да сейчас. Да нет уж, дорогой. Нет уж. Какое мороженое? Артемий, ты видел свой сахарок последние два дня? Икэ. Действительно. Так, нет, я пойду посмотрю сыр. Ну, а я была, значит, на танцах. Еду, то бишь не еду, уже приехала домой. 10 часов вечера. Вот хотела вам рассказать еще одну историю того, как сегодня с утра к нам позвонили в дверь, и пришла соседка снизу жаловаться на то, что у нас с утра рано утром каждый раз какие-то вопли, какие-то песни, какие-то пляски в квартире. Не могли бы ли мы немножечко потише себя вести, потому что молодая девушка пришла, она живет с какими-то там стариками, не знаю, с кем она там живет, в общем, неважно. Вот. Ну, я, конечно, сразу у нее спросила, говорю, подожди, ну, говорю, это же не ночью, нет? Она, нет, вот в 7 утра. Говорю, ну, мы, конечно, постараемся потише, но как бы 7 утра, это как бы не 12 ночи. Здесь как бы после 11, да, желательно не шуметь. Но как бы в 7 утра, ну, нормально, люди как бы уже просыпаются. Но что я могу сделать, если у меня сын такой актеришка? Ему вечно в 7 утра спичит петь песни, устраивать танцы, стихи рассказывать и так далее. Но он же сын своей матери, он же артист? Не артист, он актер. Вот, поэтому вот такие вот дела. Я, конечно, сказала, что мы постараемся, потому что на самом деле она очень вежливо меня попросила, очень, ну, видно было, что ей неудобно. Поэтому, естественно, я как бы всегда тоже стараюсь относиться с пониманием, потому что у нас, например, тоже соседка сверху, она так гремит. Но дело не в том, что она гремит, а дело в стенах, что дом очень старый, стены очень тонкие, и слышно все вплоть до шагов, до разговоров, даже когда человек не кричит, а разговаривает нормально, ну, то есть это слышно. Естественно, когда начинает мой Артём петь песни, ну, естественно, это очень слышно, я это прекрасно понимаю. Но, опять-таки, я, например, не хожу к соседке сверху жаловаться, что она нам шумит. Хотя у меня мама 24 часа в сутки дома, лежит на кровати и все это слушает. И как бы я спокойно могла бы подняться и сказать, послушайте, вот такая ситуация, у меня мама инвалид, которая с квартиры не выходит, имейте совесть, не шумите хотя бы там, я не знаю. Но, опять-таки, я этого не делаю. Ну, это пришла. Ну, ладно, такое дело. Вот просто хотела вам прокомментировать вот такую ситуацию о том, что такие у нас дурацкие тонкие стены, и все нафиг слышно. Вот, никакой личной жизни. Вот так каждый вечер. У меня ужин. Потом приходят соседи и жалуются. Что тут артист? Так, отойди, пожалуйста, ты очень близко стоишь. Все, говори всем спокойной ночи, иди спать. Все, Артемчик, спокойной ночи, иди ложись, пожалуйста. Уже пол одиннадцатого. Пол одиннадцатого уже, давай, быстренько. Ты услышал, что я сказала? Ты уже полчаса как должен быть в кровати. Быстро. Адьос. Нет. Спасибо всем за внимание сегодня. И ждем вас завтра. Ставьте лайки этому актеру.